молчи! Не с тобой говорят, тебе Бог за глупое счастье дал, так ты сиди и молчи! Этот отрывок из пьесы Островского «Доходное место», представленный театральной студией «Премьера», стал частью ежегодного бала. Анастасия – одна из участниц события. Занимается хореографией вне школьных стен с 4 лет. Говорит, танцы каждой эпохи по-своему хороши. Но бальные – это классика, которая будет актуальна всегда. Девушка отметила, что бал в этом году не всем знакомый пушкинский, а весенний. Мы не ушли от традиции, и он проходит ближе к весне, к началу весны. Вот, я танцую 5 танцев, мазурку, вальс, полонез, многое другое. Профессионально в школе танцуют не все. Многие ребята посещают другие внеклассные занятия. Оник Казарян увлекается греко-римской борьбой, а в будущем мечтает стать стоматологом, чтобы люди могли делать дорогостоящие операции бесплатно. А танцы в школе для души. Я участвую в 5 танцах, в полонезе, в мазурке, в котельоне, в вальсе и в минуэте. Мы очень часто репетировали, почти каждый день. Все было хорошо, нам нравится танцевать. К весеннему балу школьники ежедневно готовились на протяжении нескольких месяцев. Одни разучивали текст, другие – множество танцевальных па. И делали они это добровольно, не рассчитывая на поощрение. И вот результат. Бал стал настоящей феерией и вызвал бурю восторга в зрительном зале. Театрализованная постановка с танцами погрузила гостей в атмосферу светской жизни 19 века. Я вижу это первый раз, сама постановку. Вот, я нахожусь в необыкновенном восторге. И я очень горда тем, что я являюсь руководителем такого коллектива, где столько много талантливых педагогов и детей. Вот, при поддержке родителей. Сценарий бала 2021 года пока держит в секрете, но уже известно, что сыграть главных героев и отправиться в историческое прошлое смогут все старшеклассники. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».